Входим. Входим 45, не шутите. По хлопку, двигаемся, 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 слушай внимательно. По хлопку на счет 5 построить из стульев круг в центре зала. 1, 2, 3, не хрюкаем. 4, 5. Замерли. Но это очень плохо, господа, во-первых. Нет, все, Даш, ничего не трогаем. Почему нужно было садиться, не понимаю. Ничего не трогаем. Для того, чтобы построить кубок, вам нужно поднять глаза. Поднимите глаза. Поднимите, поднимите все. Вы видите, у нас есть вверху круг. Вот по нему ориентируемся. Выставьте, пожалуйста, свои стулья по кругу. Не грюкаем, не грюкаем. Поднимаем стулья, не скрипим. А теперь поставьте на... Нет, Глеб, посмотри, где у нас круг, дорогой мой, ты должен стоять точно под кругом. А теперь, выставьте равное расстояние между стульчиками, сделайте одинаковый воздух. Не скрипи, не гремни. А что для этого нужно сделать, чтобы широкое расстояние не было? Нужно поставить равное расстояние между стульями. Валя, возьми свой стул и перейди, пожалуйста, к Саше. А вот теперь... Нет, не нужно двигать. Саша назад, Валя назад. Чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Нет, я просил Сашу и Ваню. И вот теперь почти у нас одинаковое расстояние. Спасибо. Взяли стульчики и поставили их в две стопочки вот здесь.